Все, началась запись. Алена, добрый день. Спасибо большое, что согласились на небольшое интервью. Вы как студент школы, 5 недель занимаемся, плюс вы участник супервизорской группы. И изнутри можете поделиться своими впечатлениями искренне, что нравится, что цепляет, что, может быть, можно улучшить. Вот все, что захочется, какой обратной связью поделиться. Добрый день, спасибо огромное за возможность учиться в школе и участвовать в супервизорской группе. Я впервые о вас узнала по вашему сайту, когда вот мне стала интересна тема Animo Animus, и я вот увидела вашу лекцию, и меня вот зацепило это. Я поняла, что вот то, как вы подаете материал, это ну, такое, он, это емко, это о главном без воды, что вот просто очень ценно на сегодняшний день. И ну, там даже если ты в начале пути, то есть ты, это понятно. И таким образом я нашла ваши контакты, подписалась на YouTube, канал стала уже следить с удовольствием, там, пересмотрела вот огромное количество видео, которые там, ну, из разного времени. Вот. И потом вот появилась эта возможность обучаться в школе. Это была такая моя, это мое третье образование, и это была такая вот сродни мечты. То есть, ну, как бы, был такой нюанс сомнений, когда вот ты уже там в середине там, пути по жизни, да, что надо тебе это, не надо, там, ну, много внутренних голосов и так далее. И вот эта возможность, ну, я очень ей обрадовалась. Это, я повторюсь, мое третье образование, я архитектор первого образования, и там большой опыт работы, более 10 лет, я называю более 10, на самом деле уже можно смело называть более 20. Я дизайнер одежды, и здесь тоже есть успешные результаты. Я училась в лаборатории моды Вячеслава Зайцева, были показы, и, соответственно, это тоже мне близко. И психология — это история, которая связывает эти вещи. То есть ну, также я пишу книги и стихи, и психология, она связывает. Это вот эта вот подача через призму психологии, вот этих вот, когда ты, есть возможность посмотреть вот на стороны жизни через вот, понимание там, отношений, потому что все на самом деле в нашей жизни сквозит про отношения. И вот эта возможность быть на курсе, быть студентом курса, возможность изучать этот материал, возможность просто... ну, вот, на самом деле эти практики, это очень ценно. Если есть какие-то сомнения, что там, или есть очень много добрых людей, которые говорят, что нет, там, ты должна или ты должен там делать то и то, вот я искренне желаю всем, кто будет это слушать, ребят, нужно слушать себя, вот то, что внутри. И если у вас внутри есть отклик, вообще не надо думать, сколько там тебе при этом лет и какие-то моменты, просто иди, самость ведет. И, соответственно, вот я поборола, можно сказать, себе тоже такие внутренние сомнения, пошла и ни капли не пожалела. Очень много проработок. Огромное спасибо, такая группа еще замечательная. То есть обратная связь от ребят. Энергия качается очень сильно. Единственное, что как бы такое предупреждение, что будьте готовы, что ваша жизнь будет меняться, она не будет прежней, вот она не будет, изменения будут односложно. Вот, поэтому ну, у меня вот просто искренняя благодарность за возможность участия, возможность обучения курса, возможность участия в супервизорской группе, где мы отыгрываем роли клиент-психолог-супервизор, и это на самом деле, это... Потом у тебя уже проявляется, как ты иначе становишься смотреть на свою жизнь, на взаимоотношения. Вот, и мы занимаемся 5 недель, получается, правильно же, да, поправьте, если не так, 5 уже, вот, и, ну, всего 5 недель.
при этом с одной стороны и уже 5 недель с другой стороны. И изменений очень много, повторюсь. Нужно быть готовым, что будут эти изменения. И если вы хотите эти новые, если вы готовы меняться, если вы готовы брать, я бы очень рекомендовала курс Евгении Порошиной, потому что так официально. Мне вот почему-то даже не нравится. Вот такая история, это когда вот учитель и ученики, и это взаимодействие при этом равный-равный. Это очень ценно. Можно написать Евгении, там, она даст обратную связь всегда. Это почему я вам говорю о вас в третьем лице, я не знаю. Большая благодарность вам. Я очень благодарна, на самом деле, очень искренне от всего сердца. Вот. Поэтому еще раз повторюсь в конце. Если у вас есть желание что-то поменять в своей жизни, что-то некомфортно, если вы хотите быть там психологом именно или коучем, если вы бизнесмен, и у вас, например, какая-то задумка по диверсификации, а вам кажется социально неверным, что-то менять сейчас социально неправильным, обратите внимание, просто есть открытые уроки, их можно просто прийти, послушать, поучаствовать. И если откликнется, отлично. Ну, как бы не откликнется, ну, тоже, значит, возможно, нет готовности или интереса. Вот, спасибо большое. Согласна, Лен, спасибо большое. А хотела коротко спросить про вашу точку А, точку Б. Если, ну, чем-то захочется поделиться, вот вы сказали, энергии больше, да, в группе, я по себе замечаю, прям заряд идет, как синергетический эффект, когда онлайн присутствуем, да, вместе, все, энергии больше у всех. Да. Вот, может быть, что-то еще? Это мало энергии просто, то есть такое, как бы, такой вот организм просто... такая внутренняя какая-то измотанность, какое-то такое понимание, что вроде бы, и не вроде бы, а прилагаю много усилий, а результат при этом очень мелкий. То есть что-то не хватает. Вот такое ощущение, как будто ты смотришь и не видишь. Вот это моя точка А. Потому что вот я просто, я в конце, вот когда вот мы начали учиться, я просто, я люблю через образы и метафоры, у меня появилась возможность дышать и появилась возможность видеть краски жизни. Это очень круто. Изменения физических произошли, ну, действительно, изменения прям в финансовой стороне тоже, в положительной. У кого-то начало просто, у кого-то подключились вещи, как бы, ну, можно это назвать положительной динамикой, но назвать их как бы прямо, чтобы это положительные вещи, нет. Но вскрылись моменты, они вскрылись, и как бы вот такие проработки через сны очень активно проходят тоже проработки. У меня за время обучения, повторюсь, что как бы только нас... вот, когда я даже начала читать лекции, да, потом смотрела видео, потом была первая волна этой пандемии, и у меня подруга, она была просто на грани. Я очень переживала за нее. И на основе даже открытого материала, который дает Евгения, я не могу справиться с тем, что говорю. Мне говорите, хочется... как получается. Людям эта информация. Вот. А, и вы для подруги как были психологом, да? Чуть-чуть помогали ей, правильно понимаю? Да, да, то есть я вот, мне какая-то уверенность придал этот материал, и я просто начала с ней, ну, можно сказать, работать уже в качестве психолога, и это фактически мой первый клиент, и человек смог просто квантово вырасти и достигнуть, ну, это просто факты. Я ее... уговорила открыть YouTube, мы пришли к тому, что она откроет YouTube-канал, человек не знал про YouTube вообще ничего. Просто слово YouTube – это для нее такая красная кнопочка, по которой дочка мультики смотрит. Это было в марте. На сегодняшний день у нее, я думаю, что уже даже больше, 1200 с чем-то подписчиков живых, без копейки денег человек вышел на этот результат. И
где-то около 5000 часов просмотров, а это значит, что она подала заявку на монетизацию и рассматривается. Для меня это шикарное подтверждение тому, что очень важно слушать себя, и если очень хочется, обязательно откроется возможность и будет возможность получить это образование. Вот. Алена, пропустила, а сколько подписчиков? Сколько? Просто это уже, я смотрела пару дней назад, было 1200 с чем-то подписчиков, сейчас уже больше. Да? То есть без наводки? Без денег, без всего, без понимания, без раскрутки, без, в смысле, чтобы кто-то ей там что-то раскручивал, подкручивал, абсолютно, с сопротивлением. И мы с ней вчера буквально об этом говорили. Я говорю, ты знаешь, вот я очень хочу сказать вот в интервью с Евгенией о том, что ты фактически мой первый клиент, поправь меня, если это не так. Она сказала односложно, я готова давать там рекламу, потому что это действительно так, потому что это факты, это результат, который налицо. Ален, а со временем отзыв попросите видео, как я у вас, чтобы у вас со временем много было отзывов. Сегодня. А, сегодня да. Будет? Она готова хоть сегодня, то есть она говорит, я с удовольствием тебе дам отзыв. А, готовы ли вы взять, да? Она-то готова дать? Да, она-то готова дать, и говорит, давай быстрее открывай тоже. Вот я сейчас над этим активно работаю. То есть, опять же, факты. Только начался старт, а у меня уже есть клиент. И есть клиент, вот, у меня нету там, да, многогодичного образования и там государственного диплома психолога. И при этом есть результат. А для меня факты важны. То есть, как бы, если у человека есть результат, это говорит о том, что я занимаюсь правильными вещами и двигаюсь своей дорогой. Как я понимаю, гособразование, сейчас же все ускоряется, на базе высшего можно получить за год. Я узнаю эту тему и буду, это делать. Некоторые, я видела психотерапевта, вот куда я ходила в Москве на живые тренинги, прям где-то договариваются, кто-то добросовестно пишет все курсовые, кто-то из психотерапевтов, я к Ковалеву ходила, когда на его тренинги, некоторые психотерапевты работают с клиентами, им некогда писать курсовые, что-то еще, как-то они договаривались, но диплом получали, то есть есть разные пути, но главное, мне кажется, вот практика, начать работать, а параллельно можно, все доступно онлайн, как разные варианты стоимостью по участию, и госдиплом можно получить, то есть это как уже вторично, это дает нам уверенность, но хорошо, что есть уверенность сейчас, это самое главное, вот. Плюс у вас активная позиция. Это практика. Практика – это прям ключевые вещи. Вот эта вот тренировка, психолог-клиент-супервизор – это самое важное, на мой взгляд. Понятно, что есть там теория материала, его можно по-разному изучить. А дистанционное, заочное образование сейчас в таком ассортименте, просто следует выбрать, что подходит. Алена, что позволило, вот если что, поправьте, как я поняла, все-таки есть образование, есть опыт работы по своей профессии, да? Но чувствуете, что вот хочется работать психологом, правильно? Да, это прям сквозило, на самом деле, сквозь замечательные вещи. Вот через всю мою жизнь эта история проходит. То есть у меня много таких моментов, когда новые коммуникации и так далее. И даже мои профессии говорят о том, что без знаний психологии можно такого создавать прекрасного, прекрасного в кавычках, архитектурного пространства, в котором человек просто чеканется. А что позволило... А не обретет какой-то там покой и гармонию. Вот. Алена, что позволило решиться? Обычно, тяжело, да, если мы в одной профессии вышли на результат, и тут вторая половина жизни вот так решится поменять все как будто бы с нуля... Вот что позволило решиться? Здесь была очень интересная история. То есть можно там это... Кто там до этого там это все притянуто, там это такое. Я вообще не верю в случайности. Вот с того момента, когда я начала вышла вот через лекцию на сайт и так далее, да, начала смотреть, просто... Это по чувствам, это когда ты стоишь за дверью своих возможностей,
а с другой стороны тебе уже колотит, уже ее открывают, уже ну давай, решайся. То есть просто стали складываться таким образом события, что не окунуться в это я не, ну, не могла себе позволить дальше. То есть уже и ну, выгорание мне слово не очень, да, но вот это вот отсутствие энергии, это говорит о том, что ты не то делаешь. Когда ты делаешь то, энергия просто... Вот я вчера легла в 3 часа 4 ночи, потому что я занималась темой маркетинга. И у меня просто вот, вот такие глаза, мне хочется это делать, разбираться с этими вопросами, прорабатывать. И причем параллельно уже идет запрос от клиента по этой же теме. Но разве это не результат? Я считаю, что это ну, такие как бы моменты, подтверждающие, что да, ты идешь своей дорогой, продолжай. Классно, вот тоже энергии много, замечаю, вот тоже иногда в 3-4 я не могу себя уложить, тогда что-то делаю, потому что... Вот, а еще хотела спросить, Ален, про такие моменты, вот мы уже 5 недель вместе, ну месяц, ну 10 занятий, может быть, чуть меньше, чем 5 недель, ну я так округлила, уже более доверительные отношения, спасибо большое, что ну, решили продолжать, тоже горжусь вами, что вы в моей школе. А если вот еще поговорить про, может быть, со временем же, когда в близких отношениях что-то начинает раздражать, может быть, какие-то мои фантазии или другие участники? Нету никакого раздражения. Мне очень нравится, что если возникает какая-то эмоция, вот в том и класс, что отношения доверительные, абсолютно все... позиция вот реально равный-равный, взрослый-взрослый, когда ты можешь просто сказать, там, какой-то момент проговорить и все. То есть как бы, ну, повторюсь про тему так, чтобы раздражение какое-то. Это скорее вот, например, в процессе практики может возникать, вот у меня возникало, да, это как контрперенос. Ну, от какой-то темы, которую мы поднимали. Классно, значит, ну, такая проработанность. А еще хотела спросить про минусы. Вот если честно, если бы вы вели такую программу, что лично такому клиенту, как вам, может быть, не хватило, или что бы вы улучшили для такого клиента, как вы? Вот что в голову приходит? Ну, честно и объективно, ничего не приходит для такого, если говорить вот с этой оговоркой, для такого клиента, как я. А для меня... Ну, с горочкой информации, но ее предостаточно, только бери и делай. Выполняй там задания, присутствуй на практиках. У меня было, вот когда мы записывали последний, например, для YouTube, да, вот совместный, тема была такая очень мне резонирующая, так сказать, зеркалящая, близко мне, и у меня было как в кино «Кавказская пленница», когда вот он посерединке, а два его держат, и такой, нет, мне прям я словила себя на том, что мне хочется выключить, думаю, так, наслаждаемся вот этим ощущением и присутствуем. И я вот прям классно, мне очень понравилось. Я потом, у меня прям такой подъем, ну, видимо, там что-то, какие-то проработочки произошли, и я прям потом просто энерджайзером себя чувствовала, очень кайфово чувствую. Спасибо, что делитесь. Так классно. А до интервью вы говорили о каких-то улучшениях. Все-таки хочется сказать? Я тоже открыта. И, может быть, для другого клиента. Может быть, я перепутала. Я не знаю. Мне это вот как бы вот, задаете вопрос, он мне такой немножко как бы диссонирует в плане того, что... Если с позиции дизайна, возможно, переупаковать, потому что, ну, как бы, переупаковать курс. Ну, не а более. Если коротко переупаковать, это что? Что значит? Это значит ту же информацию графически подать иначе. А лекции имеется в виду, да? Да. Потому что, ну, лекции шикарные. Ну, действительно, если у тебя даже нулевое вообще знание по психологии, ты не сможешь ничего не узнать для себя. Вот этих вот, вот этой основы ты просто не сможешь. Это просто, ну, как бы, ты можешь говорить об этом, но это будет означать и подтверждать лишь тот факт, что ты даже их не читал или там даже по диагонали не читал. Потому что, ну, невозможно не прояснить какие-то вещи.
А в этом плане поняла. Может быть, еще какие-то мысли приходили? Кроме переупаковки нет. Спасибо. Тут уже интересно. Да, мы же как не знаем, о чем думают другие люди. Ну, наверное, знаем. Но а когда человек это озвучивает, да, как неосознанное становится явным, тоже интересно обратную связь получать. Ален, тоже горжусь, что вы в школе. Спасибо вам за доверие. Рада, что продолжаем. Вместе растем, идем вперед. И желаю тоже, вот, чтобы вы свой YouTube-канал развивали. Рада, что есть первый, второй клиент. Рада, что вы себе разрешили, у вас большой жизненный опыт. Ну и желаю, чтобы там за год, за два, за три в профессии вы вышли на достаточно хороший результат, чтобы как вот, ну тоже мечтаю, или как Лена Блиновская говорит, вот вы пришли ко мне на марафон, моя задача, чтобы вы как... А, в конце вас отпустить, конечно, не хочется, но чтобы вы как самостоятельно, вот, так и мне тоже мечтаю, чтобы студенты, выпускники со временем, ну, становились все в позицию равный-равный на рынке психологических услуг, выходили на свои результаты, то есть мои результаты – это мои, а ваши – это ваши. То есть желаю, чтобы именно свой потенциал раскрыли, разрешали себе выбирать ту специализацию, которую хотите. Там это курсы, тренинги, личная работа, вот что именно вы захотите. И желаю выходить на достаточно хороший результат. Вот. Ну вот так, спасибо. Коротко, что в голову пришло. А какие для себя цели, задачи ставите на ближайший год-два? Вот если есть та информация, да, что первый год в профессии, он не самый легкий. Угу. Например, где хотите через 5 лет быть в идеальном варианте? И что хочется хотя бы за год вот, ну, выйти на какой достаточно результат, чтобы вас устраивало? Вот, если какими... На год очень амбициозные у меня цели. Именно в психологии или в совокупе? А если в психологии? Просто это же остальные специальности, это же тоже часть меня, поэтому это будет все равно как бы связано. Вот в совокупе, задействуя 3 своих образования, моя цель на конец года, вот ассоциативно, да, то, что, то есть это такая прям максимальная такая наглая цель для меня, выйти на доход 500+. Классно. Если приходит... То есть просто вы спросили, мне ассоциативно, думаю, так, вот эта цифра, думаю, отлично, озвучиваем. Классно. Есть же еще психологи, выходят на 500, а бывает потом откат. Тогда может, желаю выйти и закрепить, чтобы каждый месяц подтверждать этот результат. Вот, но чтобы я как вас не тормозила своими фантазиями, но это мои фантазии. В идеальном варианте слона едим по частям. Вот если выйти на 50 плюсом реклама там, ну и чистыми 50, потом 100, это вот все закрепили, повторяем, повторяем. Мне кажется, когда вот слона съели по частям, это уже система, все, дальше можно это расширять. Но чтобы у нас руки не опускались, поставили 500, у вас же свой жизненный опыт. Именно амбициозная, то есть это такая прям как бы цель, такая, которая, вот есть как бы точка Б, да, есть Б+, а это там Б4+, вот, то есть это такая вот очень... Вот и желаю все считать, в том плане, как у каждого преподавателя тоже свои ограничения, и чтобы я на вас свои проекции не навешивала, просто делюсь своими мыслями. Стаканом. Да. Не возьму. Вот. Забыла уже, что хотела сказать. Так, про... Ну тогда желаю, и как сказать, ну я тоже тренирую навык, 8-часовой рабочий день желательно. И если вдруг, например, поставили цель 500, и пока ее нет, не сдаемся, продолжаем идти вперед. Где-то в первое время немножко бесплатно придется поработать за отзывы, вот как вы прям на знакомых, да, как-то еще вкладываться, отдача будет, если системно. А подключаем платную рекламу, когда наш профиль готов, все, вот тогда, если системно платная реклама будет и хороший проект, то...
Мне кажется, быстро это возможно. Посмотрим, будем идти к цели и не циклиться на ней. Главное идти и делать. И результат, как фильм, помните, как «Игры разума», да? Угу. Фокус как там? Очень... Не на признании, а на свершениях, да? Вот, когда да. Мы... Может... Потому что у него ошибка была по поводу работы на признание, а когда он вот сменил свою точку зрения, он достиг этого. И он стал реально другим человеком. Вот классно. И желаю тогда прописать и минимальную цель, хоть, ну вот, и ну, тогда вот шаги по шагам к, ну, к своей цели. Ну, минимально 50. Я могу ее тоже озвучить. То есть минимально 50, и это тоже хороший результат. То есть в начале, ну, как бы вот, и тем более в начале пути, мне кажется. Плюс это надо закреплять, считать все. Ну, у вас навыки, я думаю, предпринимателя есть, может быть. Посчитала уже. Мне надо учиться, но иногда я не считала, так, сколько в рекламу, сколько там вебинарная комната. А сейчас все считаю, чтобы доход приходит. Но иногда бывает, можем выйти в ноль, там первая реклама, это тоже хорошо. Понимаете, да? Но это я своим опытом делюсь, у всех свой опыт, и плюс все критически осмысливая, мои результаты, это мои результаты, а у вас может быть прям круче. И вот про этот стакан, да, что... Рада, да. Что помните про это, чтобы моя ой. Проекция на вас не влияла. Вот. Да. Спасибо большое за интервью. Рада, вам что спасибо. Продолжаем. Я все сказала. Еще хочется добавить, Ален, что-нибудь? Мне нечего добавить. Я хочу продолжать. Пока контакты свои не будете давать, да? Попозже. Как да, я закончу оформление, и потом тогда буду... Готовы давать контакт. Спасибо большое за обратную связь. Так, запись остановлю.